Здравствуйте, меня зовут Юля. Сегодня хочу показать свои косметические подарки. Я их не так часто получаю, но за последние месяцы кое-что накопилось, и хочу показать, что же у меня есть новенького из косметики. Первое, что покажу, это косметика Шанель. Я была на мероприятии в бьюти-бутике Шанель, и в качестве подарка получила вот такую миниатюру парфюмерной воды номер 22. Здесь 4 мл. Крышечка отвинчивается, пользоваться удобно. Одну такую миниатюрку я уже подарила, и вторую тоже буду дарить, потому что аромат не мой, он такой достаточно синтетический, непонятно, чем пахнет, и стойкий, яркий. Не могу его носить, постоянно обращаю на него внимание, он меня раздражает. Но я думаю, что в качестве презента кому-нибудь будет очень приятно получить такой подарок. И также два уходовых продукта, две миниатюрки по 5 мл. Это крем Гидро Бьюти серия и обновляющий крем Le Weekend. Все буду пробовать. Еще от Шанель вот такие продукты, которые я получила в Иль-де-Ботте бесплатно. Они рассылали информационные письма, которые можно было распечатать и прийти в магазин, получить вот такие пробнички. Здесь тональная основа Le Beige с SPF 25, оттенок номер 30. С удовольствием попробую эту новинку. И из серии Hydra Beauty уже микросыворотка 5 мл. И еще один набор я получила. Здесь уже все три продукта из серии Hydra Beauty. Гель для глаз, крем и сыворотка. Тут столько всего можно будет интересного попробовать. Далее, на 8 марта получила подарок от Lush. Это подарочный набор был. Не знаю, насколько он в постоянной коллекции или нет. Если смогу найти его на сайте, обязательно оставлю внизу ссылочку. В наборе гель для душа 100 мл, который называется «Оливковая ветвь», и мыло с лимонным ароматом. Сам гель для душа достаточно жидкий, он двухфазный, сверху кремовая составляющая, нужно его хорошенько взболтать перед использованием. Очень хорошо пенится, приятный запах. Вообще с продуктами Lush сложно как-то не угодить кому-либо, потому что очень приятный аромат, и продукция по качеству хорошая, и сам себе редко такие продукты купишь, а здесь в качестве презента очень было приятно получить и попробовать. Единственное, что гель расходуется быстро из-за того, что он очень жидкий, и зачастую выливаешь на мочалку больше, чем надо. Но очень рада была попробовать этот аромат. Что же касается мыла, я его предпочитаю резать на небольшие кусочки, потому что мыло глицериновое, мягкое, и от воды очень быстро размокает, и буквально за несколько применений такой кусочек улетает. Но, опять же, аромат очень приятный, кондитерского лимона. Буду дальше с удовольствием пользоваться. Никогда не пробовала косметику Yves Rocher. У меня ничего не было от этого бренда. И в качестве подарка тоже получила на 8 марта вот такой лосьон с ароматом карамельного яблока. Здесь 400 мл. Что мне не понравилось? Здесь содержатся блестки, которые напоминают какую-то слюду. И пользоваться этим лосьоном как-то под одежду у меня не получилось из-за того, что эти блестки переносятся на одежду, пачкают ее. И, конечно, это не те блестки, которые, например, в сухом масле Нюкс присутствуют. Здесь камера вряд ли передаст, но, возможно, я попробую этот продукт носить в теплое время года, может быть, на ноги или на руки, когда все это не будет соприкасаться с одеждой, но под одежду
не понравился мне этот лосьон. А аромат, конечно, приятный, сама текстура очень такая увлажняющая и легкая. Буду пользоваться уже летом. Далее из Белоруссии, вот в качестве сувенира получила несколько продуктов от марки Four Senses. Насколько понимаю, производится эта косметика в Польше. У меня две вот таких баночки с маской для волос, одна целая, вот эту я уже практически использовала. Маска напоминает по консистенции такой взбитый мусс. Запах у нее достаточно сладкий и немного навязчивый, но на волосах не остается. Объем здесь большой, 250 мл. Предлагается эту маску наносить на длительное время под шапочку, возможно, там даже прогреть каким-то феном или просто походить в теплом полотенце. Но мне так маску использовать не понравилось, потому что она на волосах засыхает, ее сложно бывает смыть. Я просто использую ее в качестве кондиционера. На несколько минут наношу на чистые волосы, затем смываю. Хотя она подходит и для корней волос, я наношу только на основную длину. Приятный продукт. Я использую эту баночку и следующую обязательно. Я внизу тоже оставлю ссылку на сайт, для кого эта косметика доступна, можно посмотреть, поинтересоваться. Но я не думаю, что второй раз буду что-то из этой косметики покупать. Два других продукта меня немного разочаровали. Вот такой интенсивный гиалуроновый гель, здесь 27 мл. В этом тюбике. Мне не понравилась упаковка. Она жесткая, выдавить этот гель не получается, приходится его вытряхивать. И из-за того, что упаковка такая неудобная, просто даже руки к нему не тянутся. На лицо я его наносить побоялась, подумала, что буду использовать в качестве средства для увлажнения рук, но он слабоват. Для этого нужно наносить либо вместе с кремом, либо под крем. И как-то все я не соберусь его доиспользовать, хотя объем здесь небольшой, я думаю, что он быстро уйдет. Ну, просто, может быть, надо положить его на рабочий стол и постараться чаще им пользоваться. Но я бы рекомендовать не стала его. И второй продукт – это дезинфицирующий антибактериальный гель. Он прозрачный, здесь та же самая бестолковая упаковка, объем такой же и тоже проблемы с его извлечением. Он такой более жидкий, конечно, но получается, что его либо недостаточно, либо слишком много. Запах у него такой очень яркий, лимонный. Уже несколько месяцев его ношу в сумочке и все никак не начну им пользоваться. Все-таки я предпочитаю больше какие-то салфетки, чем вот такие антибактериальные гели. Но, возможно, летом тоже буду пользоваться им чаще. И последнее, что покажу, это вот такая миниатюрка парфюмерной воды от Yves Saint Laurent Сахарьен, 3,5 мл. Вот такая пробирочка с пробочкой, но тоже как-то я не пользуюсь этим ароматом. Не понравился, не мое, конечно. Получить было приятно такую миниатюрку. Это не та туалетная вода, которая или парфюмерная вода, которая продается в обычных парфюмерных магазинах. Это аромат бутиковый, познакомиться интересно, но тоже его кому-нибудь подарю. На этом обзор моих подарков закончен. Как всегда, постараюсь оставить максимальную информацию, которую смогу найти об этих продуктах внизу в описании под видео. Большое спасибо всем за внимание. До свидания.